На завтрак у меня вот два хлебца, яйца, овощи. Здесь икра, трески, по-моему, на хлебце. В хлебцах, вот даже не посмотрел, сколько калорий, но там очень мало. Там натуральные какие-то, не очень дорогие и хорошие. Ну, все, будем завтракать. Всем приятного аппетита. Всем привет, мои хорошие. Я рада всех видеть на своем канале. Я худею с большого веса. Худею с веса 170 килограмм. Ай, продолжаю худеть дальше. Сегодня отчетная пятница. Вернее, была вчера отчетная пятница, но я это видео не выложила. Выйдет оно сегодня. Не знаю, чем, девочки, я занимаюсь. Что-то все некогда, некогда мне. И нужно, думаю, надо выложить, а как же? Ой, мне, сразу скажу, похвастаться нечем и порадоваться нечем. Сегодня, вчерашний вес меня удивил. Ой, даже и расстроил, и удивил. Ну, сдаваться я не собираюсь. Сразу скажу, где-то плюс 900 грамм. Откуда чё, сама не понимаю. Яблоки я не ела. Мои любимые яблоки я не ем, потому что я от них, да, набираю вес. Ой, не знаю, что происходит, но мне говорят, надо меньше есть. Ну, вроде стараешься 400 грамм порцию делать. Это нормально. Если я буду меньше, я буду вообще тогда еще буду толстеть и толстеть. Я по калорийности тоже вроде, ну, не знаю. Будем пробовать, будем смотреть. Так, взвешиваемся. Да, неожиданно и даже неприятно. Плюс килограмм. Это обед, девочки. Плавно подошли к обеду. Тефтельки куриные. Картошечки здесь 90 грамм. И салат. Пекинская капуста, огурец, помидор, перчик болгарский. Ну, все по-простому. Так что всем, кто обедает, приятного аппетита. Кто даже не обедает, всем хорошего дня. Это ужин. Здесь у меня голень. Две тефтелечки куриные. И баклажанчики. Вкусные баклажаны. Он называется даже икра баклажан. Вот. Так что очень вкусно, сытно, полезно. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. И до новых видео.